Всем привет! И сегодня у нас обзор на посылочку от «Вкусняшки для хвостатых». Это интернет-магазин в Инстаграме, который производит натуральные вкусняшки для собак. Нам прислали вот такую вот 2-килограммовую посылочку, и сейчас мы ее распакуем. Упаковано все очень хорошо, даже сложно открыть. Так, сначала давайте посчитаем, сколько тут всего. Вот такой вот подарочек. Это основание говяжьего ушка. Мы еще такие вкусняшки не пробовали. Это чипсики. Это у нас не написано, что мы потом посмотрим. Это трахея говяжья. Думаю, что собакам все очень понравится. Колтык. Лопаточный хрящ. И легкая. То есть, казалось бы, в такой маленькой упаковке вот столько всяких вкусняшек. Тут уже начинает пахнуть этими вкусняшками. Миша тут уже пытается все съесть. Дели стесняется из-за Миши, а так она очень любит такие вкусняшки. Мише пришлось пока что закрыть в другой комнате, потому что они поссорились из-за вкусняшек. Давайте откроем чипсики. Вот такие вот вкусненькие. Упаковки очень красивые. Логотип прикольный. Хочешь? Да! Давай, лежать. Хорошо, молодец. Вот какая вкусняшка, иди. Собаки грызут вкусняшки. Насколько я поняла, Дели уже съела ее. Я в шоке, но ее просто тут нету. Так, давайте откроем легкое. Дели, смотри. Очень хочешь? Иди сюда. Хочешь такую вкусняшку? Какая вкуснятина, на скорее. Также откроем подарочек. О, это, походу, трахеи. 2 штучки. Очень классно. Деля, на. Очень хочешь. Тут 2 трахеи было в подарочке. Спасибо большое. Очень ей понравились. Деля тут грызет трахею, также легкая. Не догрызла. В общем, собакам очень понравилось. Они просто безумно рады. Все остальные вкусняшки мы будем пробовать постепенно и снимать, как собаки их кушают в сторис. На этом все. Надеюсь, вам понравился обзор. Собакам очень понравились вкусняшки. Буду заказывать еще. Ссылка на интернет-магазин в описании. Обязательно переходите, заказывайте. Всем пока-пока!